вами Иллюминит. Сегодня, как я обещал, будет распаковка на Джеку Бонни. Вот он. Вот такой Джеку Бонни. Вы видите? Я его специально выбрал в осень. Потому что смотрите, какой он цветной. Вот. Вот так вот. И вот моя коллекция. Ну, вот коллекция вся. То есть Грим Фокси, Капитан Фокси, Дредбер и Глич Трап. Вот. Вот такой Джеку Бонни. Хэллоуинская версия кошмарного Бонни. Вот уже, вот смотрите, как прикольно. И, кстати, там еще у меня 3 килограмма скульптурного серого пластилина. И я нес этих 3 килограмма на себе. Ну вот. Давай распаковывать. Такой Джеку Бонни у меня появился. Кстати, он какой-то для неоригинала прочный. Он вообще не развалился у меня в коробке. А вот, вот этот, помните, Фейтайм Фредди мой? Я с ним еще несколько шортов записывал. Так вот, он вообще в коробке у меня развалился. А он какой-то титановый, что ли. Этот Джеку Бонни. Блин, он как будто вообще качественно сделан, а не поддельно. На подделку даже не похоже. И, кстати, это еще не все. Я еще хочу вам сделать обзор на вот такого Фредди. Потому что это мой подарок был на 1 сентября. И я вам хотела сделать обзор, но у меня не получилось. Вот так. Давайте я вам покажу и его, и его. Но сначала давай приступим к Джеку Бонни, потому что я же его как бы купил и распаковал сегодня. Поехали! Это хэллоуинская версия кошмарного Бонни. То есть он горит этим, как его, желтым цветом внутри. Он оранжевого цвета, как хэллоуинская тыква. Вот. У него острые зубы. О, кстати, вот мой кошмарный Фредди. Вот у него вот такие усы. Сейчас попробую приблизить. Вот. Вот такие, видите? Видно? Вот такие у него зубы. Бабочка. Только почему бабочка так незаметно сделана? Вот у него вот такие руки измученные. Вот еще такая нога. О! Такая же нога у кошмарного Фредди. Вот. Давай зад посмотрим. О, вот еще и кнопка. Слабо она как-то горит. Но смотрите. Кажется, что даже не до... Кажется, это даже почти оригинал. Не, ну он красиво сделан, даже не для оригинала. Красиво. Вот. Красота. Красота. Ну, что могу сказать, он вообще крутой, мой Джеку Бонни. Красивый, он прочный, как скажем, так, ну, так скажем, прочный. Для неоригинала. Вот, он из этого, из FNAF 4, вот такой Джеку Бонни. Сейчас давайте я сделаю обзор на вот этого Фредди. Ну, покажу вам его всего. Поехали. Бонни поставил. Давай, смотрите, у него вот может так сниматься голова, вот, видите, ну и можно присоединить обратно, вот. Ой, ладно, давай его осмотрим голову. Вот у него вот такие синие радужки, зубы на верхней челюсти, только так не надо было делать. Ладно, про зубы забудем.
Вот такая мордочка. Не, он вообще красивый. Смотрите. Вот это уже оригинал. Ну, вы сами понимаете. Вот там. Там ничего нету. Шляпа-цилиндр. Так, присоединяем. Я приближаю, чтобы было вам больше видно части аниматроников. Вот у него... Ну, ой, черная галстук бабочка. Микрофон можно даже убрать. Вот. Таз, на котором прикреплены ноги. Колени. Ну, а сзади ничего особенного. Сами видите. Ну, вот так. Конечно, мне сейчас сказать нечего. А, не, подождите, я хочу еще вам кое-что сказать. Я потом буду покупать, как его, ой. Я потом буду покупать это Чику и Голден Фредди, Золотого Фредди. И сделаю один ролик с этим. Ну, то есть я буду их сразу двоих покупать потом. И присоединю еще одну ногу и руку. И у меня будет собран весь Спрингтрап. Потому что у меня вот Фокси, Фредди и Бонни из FNAF 1. А если я соберу уже Чику, ну точнее куплю Чику и Голден Фредди, то тогда я уже соберу Спрингтрапа целого. Мне уже нечего говорить, знаете... Да, найс. Мне уже нечего говорить. Я не знаю. Ну, спасибо вам за лайки, что вы комментарии пишете, смотрите. Ну, пока.